Говард Филлипс Лавкрафт. Пёс. Часть первая. Они все не стихают, эти невыносимые звуки. Лопанье невидимых гигантских крыльев и отдаленный, едва слышный лай какого-то огромного пса. И продолжают мучить меня. Это не сон, боюсь, даже не бред. Слишком много всего произошло, чтобы у меня еще сохранились спасительные сомнения. Все, что осталось от Сент-Джона, это обезображенный труп. Лишь я один знаю, что с ним случилось, и знание это таково, что легче бы мне было самому раскроить себе череп, чем с ужасом дожидаться, когда и меня постигнет та же участь». Бесконечными мрачными лабиринтами таинственных видений подбирается ко мне невыразимо страшное возмездие и приказывает безмолвно: убей себя. Простят ли небеса те безрассудства и нездоровые пристрастия, что привели нас к столь чудовищному концу? Утомленные обыденностью повседневной жизни, способные обесценить даже самые романтические и изысканные радости, мы с Сент-Джоном, не раздумывая, отдавались любому новому эстетическому или интеллектуальному веянию, если только оно сулило хоть какое-нибудь убежище от невыносимой скуки. В свое время мы отдали восторженную дань сокровенным тайнам символизма и экстатическим озарениям прерафаэлитов и еще многому другому. Но все эти увлечения слишком быстро теряли в наших глазах очарование и привлекательность новизны. Мрачная философия декаденства была последним средством, которое еще могло подстегивать воображение, но это удавалось лишь благодаря непрестанному углублению наших познаний в области демонологии. Бодлер и Гюйсман скоро потеряли свою первоначальную привлекательность. Нам приходилось прибегать к более сильным стимулам, какие мог доставить только опыт непосредственного общения со сверхъестественным. Это зловещая потребность во все новых и новых возбудителях и привела нас в конце концов к тому отвратительному увлечению, о котором и теперь, несмотря на весь ужас моего настоящего положения, я не могу вспоминать иначе, как с непередаваемым стыдом и страхом. Пристрастию, которое не назовешь иначе, как самым гнусным проявлением человеческой разнузданности, к мерзкому занятию, имя которому — грабеж могил. Нет сил описывать подробности наших ужасных раскопок или перечислить хотя бы отчасти самые жуткие из находок, украсивших кошмарную коллекцию, которую мы втайне собирали в огромном каменном доме, где жили вдвоем, отказавшись от помощи слуг. Наш домашний музей представлял собой место поистине богомерзкое, с каким-то дьявольским вкусом и неврастенической извращенностью создавали мы там целую вселенную страха и тления, чтобы распалить свои угасшие чувства. Находился он в потайном подвале, глубоко под землей. Огромные крылатые демоны из базальта и оникса, оскалившись, изрыгали там неестественный зеленый и оранжевый свет.
Атаки воздуха и спрятанных в стенах труб заставляли прыгать в дикой пляске смерти полоски алой погребальной материи, плетенные в тяжелые черные занавески. Особое устройство позволяло наполнять разнообразными запахами воздух, поступавший через трубы в стенах, потворствуя самым диким своим желанием. Мы выбирали иногда аромат увядших лилий с надгробий, иногда дурманящие восточные благовония, словно доносящиеся из неведомых капищ царственных мертвецов. А порой... Я содрогаюсь, вспоминая теперь об этом. Тошнотворный смрад разверстой могилы. Вдоль стен ужасной комнаты были расставлены многочисленные ящики. В одних лежали древние мумии, в других — совсем недавно образцы чудесного искусства таксидермистов. Тут же имелись и надгробия, собранные со старейших кладбищ всего мира. В нишах хранились черепа самых невероятных форм и человеческие головы в различных стадиях разложения, полусгнившие лысины великих государственных мужей и необычайно свежие детские головки, обрамленные нежным золотом мягких кудрей. Тут было множество картин и скульптур, неизменно на загробные темы, в том числе и наши с Сент-Джоном живописные опыты. В специальной папке из тонко выделанной человеческой кожи, всегда запертой, мы держали несколько рисунков на такие сюжеты, о которых я и сейчас не смею говорить. Автор работ неизвестен. Предполагают, что они принадлежат кисти самого Гои, но... Великий художник никогда не решался признать это публично. Здесь же хранились наши музыкальные инструменты, как струнные, так и духовые. Нам доставляло удовольствие упражняться в диссонансах, поистине дьявольских в своей изысканности и противоестественности. В многочисленные инкрустированные шкатулки мы складывали главную свою добычу. Самые невероятные, невообразимые предметы, какие только можно похитить из склепов или могил, вооружившись для этого всем безумием и извращенностью, на которые только способен человеческий разум. Но об этом я менее всего смею распространяться. Слава богу, у меня хватило духу уничтожить наши страшные трофеи задолго до того, как меня впервые посетила мысль о самоубийстве. Тайные вылазки, доставлявшие нам все эти ужасные сокровища, всякий раз становились для нас своего рода эстетическим событием. Ни в коем случае не уподоблялись мы вульгарным кладбищенским ворам, но действовали только там и тогда, где и когда имелось для того сочетание вполне определенных внешних и внутренних условий, включая характер местности, погодные условия, время года, даже определенную фазу луны и, конечно, наше собственное состояние. Для нас занятие это всегда было формою артистического самовыражения, ибо каждой детали раскопок мы относились с требовательностью истинных художников. Неправильно выбранное время очередной экспедиции, слишком яркий свет, неловкое движение при разрытии влажной почвы — все это могло полностью лишить нас того острого удовольствия, что мы получали, извлекая из земли какую-нибудь очередную ее зловеще оскаленную тайну. Поиск новых мест для раскопок и все более острых ощущений становился лихорадочным и безостановочным, причем инициатива всегда принадлежала Сент-Джону. Именно он, в конце концов, отыскал то проклятое место, где нас начал преследовать страшный неотвратимый рок. Какая злая судьба завела нас на то ужасное голландское кладбище. Думаю... Виной всему были смутные слухи и предания о человеке, захороненном там 5 столетий назад.
В свое время он тоже грабил могилы и якобы нашел в одном из склепов некий предмет, обладавший сверхъестественными свойствами. Я отчетливо помню ту ночь на кладбище. Бледная осенняя луна над могильными крестами, огромные страшные тени, причудливые силуэты деревьев, мрачно склонившихся над густой высокой травой и потрескавшимися надгробными плитами, тучи необычно крупных летучих мышей на фоне бледной луны, поросшие плющом стены древней часовни, ее шпиль, безмолвно указывающий на темно-серые небеса, какие-то светящиеся жучки, скачущие в извечной пляске смерти среди зарослей тисов у ограды. Запах плесени, гнилости, влажной травы и еще чего-то неопределенного в смеси с ветром, летающим с далеких болот и моря. Но наиболее тягостное впечатление произвел на нас обоих едва слышный в отдалении, но должно быть необычайно громкий лай какого-то, по-видимому, огромного пса, хотя его самого не было видно. Более того, нельзя было даже примерно определить, с какой стороны этот лай доносится. Тем не менее, одного этого звука было вполне достаточно, чтобы задрожать от ужаса, ибо мы хорошо помнили, что рассказывали в окрестных деревнях. Обезображенный труп того, кого мы искали, был несколькими веками раньше найден в этом самом месте. Его растерзала огромными клыками неведомая гигантская тварь. Я помню, как мы вскрывали гробницу кладбищенского вора, как вздрагивали, глядя то друг на друга, то на могилу. Я помню бледную всевидящую луну, громадных нетопырей, древнюю часовню, танцующие мертвенные огоньки. Помню тошнотворные запахи, странные, неизвестно откуда. Откуда доносившийся лай, в самом существовании которого мы не были до конца уверены. Но вот вместо рыхлой сырой земли лопата ткнулась во что-то твердое, и скоро нашему взору открылся продолговатый полусгнивший ящик, покрытый коркой солевых отложений. Гроб, необыкновенно массивный и крепкий, был все же достаточно старым, а потому нам без особого труда удалось взломать крышку и насладиться открывавшимся зрелищем. Он сохранился очень хорошо, просто на удивление хорошо, хотя пролежал в земле уже 5 столетий. Скелет, в нескольких местах поврежденный клыками безжалостной твари, выглядел поразительно прочно. Мы с восхищением разглядывали чистый белый череп с длинными крепкими зубами и пустыми глазницами, в которых когда-то горел такой же лихорадочный, вожделеющий ко всему загробному взгляд, какой отличал ныне нас. Мы нашли в гробу еще кое-что. Это был очень любопытный, необычного вида амулет, который покойник, очевидно, носил на цепочке вокруг шеи. Он представлял собой странную фигурку сидящей крылатой собаки или сфинкса с собачьей головой, искусно вырезанную в древней восточной манере из небольшого куска зеленого нефрита. И все в этой твари служило напоминанием о смерти, жестокости и злобе. Внизу имелась какая-то надпись. Ни Сен-Джону, ни мне никогда прежде не доводилось видеть таких странных букв. А вместо клейма мастера на обратной стороне был выгравирован жуткий стилизованный череп. Едва увидев амулет, мы поняли, что он непременно должен стать нашим. Из всех существующих на свете вещей лишь этот необычайный предмет мог быть достойным вознаграждением за наши усилия. Мы желали бы его даже в том случае, если бы он был нам совершенно незнаком. Однако, рассмотрев загадочную вещицу поближе,
Мы убедились, что это не так. Амулет и в самом деле не походил ни на что известное рядовому читателю учебников по истории искусств. Мы сразу узнали его. В запрещенной книге «Некромикон», написанной безумным арабом Абдулом Аль-Хазредом, этот амулет упоминается в качестве одного из зловещих символов души в культе некрофагов с недоступного плато Лэнг в Центральной Азии. Мы хорошо помнили описание страшного амулета в этом труде арабского демонолога. Очертания его, писал Аль-Хазред, отражают таинственные сверхъестественные свойства души тех людей, которые истязают и пожирают мертвецов. Мы забрали нефритовый амулет и, бросив последний взгляд на выбеленный временем череп с пустыми глазницами, закрыли гроб, ни к чему больше не прикасаясь. Сент-Джон положил наш трофей в карман пальто, и мы поспешили прочь от ужасного места. В последний момент нам показалось, что огромная стая нетопырей стремительно опускается на только что ограбленную могилу. Впрочем, то мог быть всего лишь обман зрения, ведь свет осенней луны так бледен и слаб. Утро следующего дня застало нас на борту судна, направлявшегося из Голландии в Англию. Нам по-прежнему казалось, будто издалека доносится лай огромного пса. Скорее всего, у нас просто разыгралось воображение, подстегнутое нагоняющими тоску и грусть завываниями осеннего ветра. Часть вторая. Не прошло и недели со дня нашего возвращения на родину, как начали происходить очень странные события. Мы жили настоящими отшельниками, не имея ни друзей, ни родственников, ни даже слуг. В старинной усадьбе на краю болотистой пустоши, и лишь очень редкий посетитель нарушал наш покой нежданным стуком в дверь. Теперь, однако, по ночам слышались какие-то шорохи и стуки не только у входных дверей, но и у окон, как верхнего, так и нижнего этажа. Однажды вечером, мы тогда сидели в библиотеке, нам обоим даже показалось, что какая-то огромная тень на мгновение заслонила собою заглядывавшую в окно луну. Другой раз нам послышалось нечто вроде глухого хлопанья огромных крыльев где-то невдалеке. Наши попытки выяснить, что же все-таки происходит вокруг дома, ничего не дали. И мы приписали все это причудам воображения в ушах. У нас до сих пор стоял отдаленный глухой лай, почудившийся нам во время вылазки на старое голландское кладбище. Нефритовый амулет хранился в одной из ниш в нашем тайном музее, и порою мы зажигали перед ним свечи, источавшие экзотический аромат. Из Некрономикона мы почерпнули много новых сведений о свойствах этого магического предмета, о связи духов и призраков с тем, что он символизирует. Все прочитанное нами не могло не вселять опасения, но самое ужасное было впереди. В ночь на 24 сентября я сидел у себя в комнате, когда раздался негромкий стук в дверь. Я решил, конечно, что это Сент-Джон, и пригласил его войти. В ответ послышался резкий смех. За дверью никого не оказалось. Я бросился к Сент-Джону и разбудил его. Мой друг ничего не мог понять и был встревожен не меньше моего. Той же самой ночью глухой далекий лай над болотами обрел для нас ужасающую своей
неумолимость и реальность. Четырьмя днями позже, находясь в нашей потайной комнате в подвале, мы услыхали, как кто-то тихо заскребся в единственную дверь, что вела на лестницу, по которой мы спускались в подвал из библиотеки. Мы испытывали в тот момент удвоенную тревогу, ведь кроме страха перед неизвестностью нас постоянно мучило опасение, что кто-нибудь может обнаружить нашу отвратительную коллекцию. Потушив все огни, мы осторожно подкрались к двери и в следующее мгновение резко ее распахнули. Но за ней никого не оказалось, и только неизвестно откуда взявшаяся тугая волна спертого воздуха ударила нам в лицо, да в тишине отчетливо прозвучал непонятный удаляющийся звук, представлявший смесь какого-то шелеста, тоненького смеха и бормотания. В тот момент мы не могли сказать, сошли ли мы оба с ума, бредим ли, или все же остаемся в здравом рассудке. Замерев от страха, мы осознавали только то, что быстро удаляющийся от нас невидимый призрак что-то бормотал по-голландски. После этого происшествия ужас и неведомые колдовские чары опутывали нас все крепче и крепче. Мы, в общем, склонялись к тому простому объяснению, что оба постепенно сходим с ума под влиянием своего чрезмерного увлечения сверхъестественным, но иногда нам приходила в голову мысль, что мы стали жертвами немилосердного злого рока. Необычные явления стали повторяться настолько часто, что их невозможно было даже перечислить. В нашей одинокой усадьбе словно поселилось некое ужасное существо, о природе которого мы и не догадывались. С каждым днем адский лай, разносившийся по продуваемым всеми ветрами пустошам, становился все громче. 29 октября мы обнаружили на взрыхленной земле под окнами библиотеки несколько совершенно невероятных по размерам и очертаниям следов. Гигантские эти отпечатки поразили нас не менее, чем стаи нетопырей, собиравшихся вокруг дома в невиданном прежде и все возраставшем количестве. Кошмарные события достигли своей кульминации вечером 18 ноября. Сент-Джон возвращался домой с местной железнодорожной станции, когда на него напала какая-то неведомая и ужасная хищная тварь. Крики несчастного донеслись до нашего дома, и я поспешил на помощь, но было уже слишком поздно. На месте ужасной трагедии я успел только услышать хлопки гигантских крыльев и увидеть бесформенную черную тень, мелькнувшую на фоне восходящей луны. Мой друг умирал, а я пытался расспросить его о происшедшем, но он уже не мог отвечать связно. Я услышал только прерывистый шепот. «Амулет! Проклятие!» После чего Сент-Джон умолк навеки, и все, что от него осталось лишь, было неподвижной массой истерзанной плоти. На следующий день я похоронил своего друга ровно в полночь в глухом заброшенном саду, пробормотав над свежей могилой слова одного из тех сатанинских заклятий, которые он так любил повторять при жизни. Прочитав последнюю строку, я вновь услышал приглушенный лай огромного пса где-то вдали за болотами. Взошла луна, но я не смел взглянуть на нее, а чуть погодя, в ее слабом свете я увидал огромную, смутную тень, перелетавшую с холма на холм, и, не помня себя, без чувств повалился на землю. Не знаю, сколько времени пролежал я там. Поднявшись, наконец, я медленно побрел домой и, спустившись в подвал, совершил демонический обряд поклонения амулету из зеленого нефрита, лежавшему в своей нише, словно на алтаре. Было страшно оставаться одному в старом пустом доме на заболоченной равнине, и поутру я отправился в Лондон. Прихватив с собой нефритовый амулет, а остальные предметы нашей святотатственной коллекции частью
сжег, а частью закопал глубоко в землю. Но уже на четвертую ночь в городе я вновь услышал отдаленный лай. Не прошло и недели со времени моего приезда, как с наступлением темноты я стал постоянно ощущать на себе чей-то пристальный взгляд. Однажды вечером я вышел подышать свежим воздухом на набережную Королевы Виктории. Я медленно брел вдоль берега, как вдруг отражение одного из фонарей в воде заслонила чья-то черная тень, и на меня неожиданно обрушился порыв резкого ветра. В эту минуту я понял, что участь, постигшая Сент-Джона, ожидает и меня. На другой день я тщательно упаковал нефритовый амулет и повез его в Голландию. Не знаю, какого снисхождения мог я ожидать в обмен на возврат таинственного талисмана его владельцу, ныне бездвижному и безмолвному. Но я полагал, что ради своего спасения обязан предпринять любой шаг, если в нем есть хоть капля смысла. Что такое был этот пес? Почему он преследовал меня, оставалось все еще неясным, но впервые я услышал лай именно на старом голландском кладбище, а все дальнейшие события, включая гибель Сент-Джона и его последние слова, указывали на похищение амулета. Указывали на прямую связь между обрушившимся на нас проклятием и похищением амулета. Вот отчего испытал я такое непередаваемое отчаяние, когда после ночлега в одной из роттердамских гостиниц обнаружил, что единственное средство спасения было у меня похищено. Той ночью лай был особенно громким, а на следующий день из газет я узнал о чудовищном злодеянии. Кровавая трагедия произошла в одном из самых сомнительных городских кварталов. Местный сброд был до смерти напуган, на мрачные трущобы легла тень ужасного преступления, перед которым померкли самые гнусные злодеяния их обитателей. В каком-то воровском притоне целое семейство преступников было буквально разорвано в клочья неведомым существом, которое не оставило после себя никаких следов. Никто ничего не видел, соседи слышали только негромкий гулкий лай огромного пса, не умолкающий всю ночь. И вот я снова стоял на мрачном погосте, где в свете бледной зимней луны все предметы отбрасывали жуткие тени, голые деревья скорбно клонились к пожухлой, заиндевевшей траве и растрескавшимися могильными плитам, а шпиль, поросший плющом часовни, злобно рассекал холодное небо. И над всем этим безумно завывал ночной ветер, дувший со стылых болот и ледяного моря. Лай был едва слышен той ночью. Более того, он смолк окончательно, когда я приблизился к недавно ограбленной могиле, спугнув при этом необычно большую стаю нетопырей, которые принялись описывать круги над кладбищем с каким-то зловещим любопытством. «Зачем я пришел туда?» Совершить поклонение, принести клятву верности или покаяться безмолвным белым гостям? Не могу сказать точно, но я набросился на мерзлую землю с таким остервенением и отчаянием, будто кроме моего собственного разума мною руководила какая-то внешняя сила. Раскопать могилу оказалось значительно легче, чем я ожидал, хотя меня ждало неожиданное препятствие. Одна из многочисленных когтистых тварей, летавших над головой, вдруг ринулась вниз и стала биться о кучу вырытой земли. Мне пришлось прикончить нетопыря ударом лопаты. Наконец я добрался до полуистлевшего продолговатого ящика и снял тяжелую, пропитанную могильной влагой крышку. Это было последнее осмысленное действие в моей жизни. В старом гробу, скорчившись весь, облепленный шевелящейся массой огромных спящих летучих мышей, лежал обокраденный нами не так давно скелет. Но ничего не осталось от его прежней безмятежности и чистоты. Теперь череп и кости в тех местах, где их было видно, были покрыты запекшейся кровью и клочками человеческой кожи с приставшими к ней волосами. Горящие глазницы смотрели со значением и злобой. Острые окровавленные зубы сжались в жуткой гримасе, словно предвещавшей мне ужасный конец. Когда же из оскаленной пасти прогремел низкий, как бы насмешливый лай, я
увидел среди мерзких окровавленных костей чудовище, недавно украденный у меня амулет из зеленого нефрита, и разум покинул меня. Пронзительно завопив, я бросился прочь, и вскоре мои вопли напоминали уже скорее взрывы истерического хохота. Звездный ветер приносит безумие. Эти когти и клыки веками стачивались о человеческие кости. Кровавая смерть на крыльях нетопырей из черных, как ночь, развалин, разрушенных временем храмов Велиала. Сейчас, когда лай мертвого бесплотного чудовища становится все громче, а хлопанье мерзких перепончатых крыльев слышно все ближе у меня над головой, только револьвер сможет дать мне забвение, единственное надежное убежище от того, чему нет названия и что называть нельзя. Конец рассказа. Говард Филлипс Лавкрафт. Рассказ «Пес». Текст читали Константин Суханов и Михаил Стинский.